Сегодня уже полностью завершены работы по укладке фундаментов домов для погорельцев в двух селах Камышинского и Жирновского районов, пострадавших от сентябрьских пожаров. Причиной этой трагедии по-прежнему являются предметом разбирательства у властей разного уровня. И как сегодня заявил главный федеральный инспектор по Волгоградской области Леонид Беляк, необходимо усилить ответственность для тех чиновников, которые не уделяют должного внимания вопросам противопожарной безопасности на местах. Еще до трагических событий 2 и 3 сентября, когда огонь уничтожил несколько населенных пунктов в 5 районах области, сотрудники МЧС направляли главам муниципальных образований сельских поселений предписание проведения противопожарных мероприятий. Однако далеко не все они были выполнены. По словам Леонида Беляка, за неисполнение требований контролирующих органов, в данном случае Государственного пожарного надзора, необходимо ужесточить ответственность для руководителей на местах. И вот здесь нам вместе с вами нужно поставить каждое такое должностное лицо, будь то начальник, руководитель муниципалитета, будь то некий руководитель государственного органа, по сути дела, вне закона, вплоть до уголовной ответственности. За халатность. Чтобы предотвратить беду, подобную той, что произошла в регионе в начале сентября, необходима система космического мониторинга. Подобное оборудование, говорят спасатели, позволяет замечать пожар на ранней стадии, оперативно реагировать на него и тем самым не допускать распространения огня.